Сегодня я вам хочу показать обзор вот такие вот ручки капиллярные, которые я купила в фикс-прайсе. Они 199 рублей. Написано тонкий стержень, 16 штук для каллиграфического письма и черчения для создания графических художественных работ. Так, чьи они? Страна Китай, КНР. Страна КНР. Состав: полипропилен, акрил, полиэстер, глицерин, содиум бензонат, вода. Срок годности 24 месяца. В общем, сегодня на эти ручки я буду делать обзоры и посмотрю, действительно они пишут тонко и вообще как они пишут. Смотрите, но сначала подпишитесь на мой канал. Ну что, начнем? Ручки уже достал, сейчас будем проверять, как они пишут. Я возьму вот такой вот зеленый цвета. Да. Смотрите, какой у них колпачок. Конечно, я думала, что эти будут ручки тоньше. Я бы не сказала, что они тоненькие. Сейчас проверим, как они пишут. Ну, пишут они, в принципе, нормально, но я бы не сказала, что это ручки. Больше они похожи на обычные фломастеры, и пишут они не очень тонко. Так что я думала, что это будут как ручки капиллярные с тоненьким стерженем, но они больше похожи на фломастеры. Делала уже вот такую выкраску. Здесь два зеленых цвета. Один потемнее, другой посветлее. Коричневый с желтым, синий с голубым. Фиолетовый. Два фиолетовых цвета. Один потемнее, другой посветлее. Розовые два. Черный с серым. Оранжевые два. Вот оранжевого похоже вообще. И красные два тоже похожи. В общем, пишут, они будут нормально, мне понравились. Но больше похожи на фломастеры или маркеры, чем на ручки. Такая вот выкраска. А ты подпишись.